Приветствую всех зрителей канала NatoNav Strategy. У микрофона Пончо. И добро пожаловать на карту Twisted Meadows. Она же Кривые Низины. Поехали. У нас слева сверху стартует синим цветом за нежить корейский игрок Симмонс. Напротив него играет некий китайский игрок за Альянс. Я точно не знаю кто, но в общем оба игрока находятся в грандмастерах, и на это будет интересно посмотреть. Судя по никнейму, подозреваю я, что это Инфи, потому что у него один иероглиф в очень похож на букву Z английскую. Вот. Насколько я знаю, вот именно это Z была в нике у Инфи. То есть таким образом можно было догадаться раньше, по крайней мере, то, что именно этот китайский игрок является игроком. Ну, в общем, это уже не суть. Мы этого наверняка уже не можем знать. А у нас Архимаг, точнее, Альянс стартует с опенинга клиппинга лаборатории. Welcome. Temple of Boom. Да. А здесь же Рыцарь Смерти, гулевой билд. Интересно то, что играется не Дредлорд. Зачастую я видел на Twisted Meadows именно Дредлорда первым героем от нежити, учитывая то, что он максимально здорово подходит под ландшафт, под темп игры. И то, как он, например, быстро может поставить дополнительную базу, это тоже впечатляет. Но нет, видимо, у Симмонса свои взгляды на игру. Он качается именно через первого Дредлорда, хотел сказать, Деснайта. Кстати, у него дроп вполне себе приличный. Кольцо превосходства и перчатка скорости. А здесь же с лаборатории было выбито флейта меткости и с экспанда хрустальный шар. Интересно будет посмотреть, куда он просвечивает. Просвечивает он натурал своего визави. Он видит, что здесь не крепится точка, соответственно, может успокоиться, сказать, а, окей. Но если так, значит, все будет хорошо. Третьего уровня уже Архимаг. Он бежит уже, судя по всему, в агрессию. Но пехотинцев с одним элемом оставил дома. В смысле, на экспанде. Тут только второго уровня Рыцарь Смерти. Сейчас продал хрустальный шар. Купил персоналку здесь Архимаг. Дома два скелетика наводят шороху. Не жалеет здесь ресурсов в виде ополченцев игрок за хуманов, чтобы отбиться от них. Ой, здесь очень крутой мув от Симмонса. Он просто пришел гулями и отменил строящийся экспанд своему сопернику. То есть максимально выгодное для него мероприятие произошло. Вот непонятно, вот вроде как есть персональный телепорт у Архимага, почему-то он возвращается именно на ногах. Тут теряются рабочие. Первый, второй, третий, четвертый упал, судя по тропикам. Раз, два, три, четыре, пять. Даже пять. На самом деле очень много здесь потерял Хуман. Но не стоит недооценивать потери гулей со стороны нежити. Минус гулька также. Ой, по красоте успел ритуальным даггером забрать. И не отдать своему сопернику опыт. А здесь Симмонс. Знаете, ну, блин... Я, конечно, не утверждаю, что здесь играет Инфи. Я просто могу догадываться, но знать наверняка, конечно, я не могу. Насколько я знаю, Инфи, он перестал играть за Альянс. По понятным причинам, да? То есть у него свои взгляды на баланс в игре и вот таким вот макаром своей позиции он полностью, получается, как это называется, устраивает забастовку, да, если угодно. Кстати, дома две нерубки имеется у Симмонса.
собственно, что является крутым мувом от него. То есть, если сюда забежали бы футмены, например, то вряд ли они чего-либо добились бы здесь. Приходится сорвать гули с лесодобычи, чтобы отбиться от Элема. Так, по-моему, да, рыцарь смерти не получил здесь опыта. Элема добили нерубки. Ой, сейчас, кстати... А это минус Деснайп, я правильно понимаю? Нет, неправильно. Кстати, кольцо превосходства оставил там. Хотя, как мне кажется, он успевал его забрать. Но здесь уже поджимается сам Архимаг. Телепорт от него. В общем, окружением... На окружение ответил здесь Симмонс. И в итоге забрал свое законное кольцо. Строится здесь магазин. У игрока Захуманов имеется арканка на всякий случай. Ну, арканка чуть поодаль стоит. Мне кажется, был смысл ее где-нибудь здесь строить. Ой-ой-ой, на 25 хп здесь выжил Архимаг. Немного прогадал с уроном здесь Симмонс. Неприятно сейчас, можно потерять гульку. Судя по всему, теряет, да. Тут действие сетки ровно 12 секунд составляет. Ну что ж, здесь лич вторым героем. Два слотерхауса ставится. Скорее всего, здесь будут масс-дестройеры. Вообще, масс-дестройеры очень, скажем так, опасная тема. Если она, например, не сработает, то нужно будет думать, как играть дальше. Вот. Две телеги уже заказывает дома. Здесь 6 вышек имеется у Альянса. Шедер также на лесодобыче. Кстати, грейд на масонре отсутствует у Альянса. Как мне кажется, можно было бы и прожать его. Да, он все-таки тег пока что не нажимает. Вот прямо сейчас, да. И только лишь на 8-й минуте Альянс прожал тег. Здесь на экспанде неплохо тоже. 6-5 вышек. Пока что разгоняется. Разгоняет своих героев здесь игрок за нежить. С дирижаблем решил закрепить свой экспанд. Игрок за Альянс. Неужели он собирается ставить базу? Грейт на масонре ему нужно добавлять в скором времени. Пока что не делает этого игрок Захуманов. Да, все-таки дирижаблем пересаживать сюда своих работяг, по всей видимости, в скором времени. Он поставит уже вторую дополнительную базу. Есть территория имеется у игрока занежить. Грейт на дестройеров, очередная телега. Еще одну вышку здесь грейдит на экспанде игрок за Альянс. Тут как-то ферму не успел достроить. Он же. Даже свою гульку здесь съедает Симмонс. Интересно. Да, тут третья база встает у игрока за Альянс. Закрепил также шоп. Рунные наручи ему выпали с этой точки. Просто шикарный дроп для него. Также имеет флейту меткости, которую заимел ранее в лаборатории. Точнее, с точки с лаборатории. Десятая минута игры уже идет. И, соответственно, сейчас немного не по таймингам приходит Симмонс к своему сопернику на базу. Так, минус моментальная арканка. Минус стрелковая вышка. Минус вторая. Да, вряд ли их засейвит здесь игрок за Альянс. А здесь же Кавардак решил устроить на базе соперника
сам игрок за Альянс выигрывает немного для себя времени. Хотя кто кому что еще выигрывает, большой вопрос. Ой, минус Шреддер здесь. Неприятная потеря. Даже не успел отнести лес. Ну, сейчас без леса останется игрок за Альянс. Он, похоже, не догадывается об этом. Приходится возвращаться сейчас своей армией здесь. Точнее, героями к себе на базу. Симмонсу. Кстати, Гаргулья имеется. Вот она уже возвращается на всех парах себе домой. Первый грейд на защиту присутствует у Симмонса. Башня духов появилась. Немного проще должно стать сейчас Симмонсу в обороне. Кстати, такое ощущение, будто если бы Архимаг вылез с дирижабля и накидал бы Гаргулии, возможно, успел бы убить ее. Хотя нет, там у Архимага маловато урона с руки. Спохватился сейчас игрок за Альянс, то что у него не хватает древесной экономики. В тир 3 он сейчас не может себе позволить выйти. По крайней мере, его спасает сейчас третья база. Минус дирижабль. И... нет, выживает на 8 хп. Здесь дестройеры имеются на всякий случай. Можно было бы даже одного из дестройеров послать на перехват дирижабля. Да, послает на разведку Симмонс. Что-то заподозрил. Видит, что здесь имеются вышки. Грейд на масонере имеется первый. Возрождается. Заказывается паладин. Дестройер. Кстати, я только сейчас заметил анимацию вспышек при выстрелах с вертолетиков. Интересная, конечно, штука. Накидывается на башни Альянса на третьей базе. Нужно переконтроливать вышки по дестройерам. Что-то не делает этого игрок за Альянс. Тут еще и прилетают вертолетики на подмогу. Заказывать нужно здесь нон-стопом рабочих. Вот только сейчас похватился игрок за Альянс. Нового по рабочим. Минус 2 рабочих моментально. Нет, тут вышки уже не выживут. Ну а, блин... не доконтроливает свои вышки. Можно было бы именно на дестройеров переключить их, чтобы те быстрее отлетали. У дестройеров легкая броня, по которым наносится дополнительный урон от проникающего типа урона, кои имеются у вышек. Да, тут полностью минус экономика на базе у соперника. Архимаг зачем-то сюда прилетел. Симмонс хотел выйти с лимита, но сейчас передумал. Ой, заливка по своему же экспанду. Это такое себе мероприятие. Архимаг! Архимаг! Успел подхилить паладином, отлично. Мне кажется, Симмонс уже поверил в то, что он убил своему визави героя, но нет, увы. Дома налаживается экономика у Альянса. Подстраивает вышки. Рабочие имеются. У Шреддера он перекупил. В интересном месте сейчас добывает лес здесь Шреддер. Архимаг с Близзардом. Сон в паладина, но... очень будто... да, он здесь отсюда уже никуда не уйдет. Ну и минус третья база у Альянса. Сейчас будет взрыв. Вертолетики один на один. Грейды имеются у них.
Тир-3 сейчас переходит Альянс. Просто на убой отправил своих вертолетиков. Передал арбу Дредлорду. Потому что Дредлорд быстрее накидывает с руки, нежели чем Рыцарь Смерти. Имеет смысл в этом. Здесь 5 уровня Архимаг наводит кавардак на базе соперника. Просто по КД заливает зиккураты. Персоналка от Архимага. Успевает он выжить. Нужно хилить его. Блин, а вот как раскачивать героев Альянса — это огромный вопрос. Потому что сейчас элемов нет у него. То есть красную решил закрепить игрок за нежить. С красной точки выпадает ему Orb of Darkness. Хороший артефакт на крипинге, да, учитывая то, что у него наземной армии нет. Соответственно, будут появляться новые скелетики для того, чтобы танковать урон, да? И этот урон наносить. Здесь вновь заливка, да? По зиккуратам. Ой, зиккураты не задевает, да? Получается, один зиккурат всего задевал. Телепорт, мне кажется, нужно здесь прожимать Архимагу, да, правильно делает. 2-1 грейды на вертолетиках. Подстраивает третью мастерскую. Судя по всему, он собирается, похоже, в танки играть. Здесь шейдер что-то тупит. Алло, проснись. Посмотри на мейн. Да, спохватился. Доконтролил, увидел, что леса не хватает. И такой: так, стоп, у меня же шредер есть. Да, 3 танчика сейчас моментально заказывает игрок за Альянс. Можно еще и грейд на бомбочки для вертолетиков добавить. Третьего уровня уже Дредлорд, у него вторая задувка. Круто то, что третьим героем не Дарку, а именно Дредлорда здесь взял Симмонс. Понимает он, скорее всего, что может сыграть и в масс воздух, или же в масс танков его соперник. И Дредлорд, конечно, на ура будет справляться с этой задачей. То есть у него задувка работает на механических, на механические юниты. Мне кажется, Симмонс видел танчики, но учитывая то, что сейчас ночь, возможно, не обратил внимания. Очередную красную здесь крипит. Камень Кадгара выпадает с этой точки, я более чем уверен. Был бы рад этому предмету игрок за Альянс. Сейчас, по идее, должны заезжать на мейн танчики. Разведывают здесь вурдалаком, получается, под френзи. Наличие базы у соперника, третий. Странно то, что Симмонс сам еще даже не пытался выйти в экспанд. Труповозку делает, ничего себе. Вот это, конечно, готовность у него. Ждет, видимо, танчики здесь игрок за Альянс. Не, ну здесь сколько? 6 танчиков имеется. Мне кажется, если бы он сейчас уничтожил бы Слоттерхаус, был бы в этом огромный смысл. Но, увы, здесь уже труповозка вышла первая. По мейну сейчас работает игрок за Альянс.
А коли ты вышли на починку, танки тупят, можно было бы доконтролить получше. Заливка по Акалитам, а здесь сон на Дредлорде. Минус мейн у Симмонса, можно на телепорте уходить, да, правильно здесь принимает решение игрок за Альянс. У Нежити практически не осталось золота на то, чтобы восстановиться. Все-таки продал он предмет и камень Кадгара, судя по всему, он продал. Ой, здесь танчики, как же больно им. Здесь готовит плацдарм на выход к третьей базе игрок за Альянс. Но здесь гулька сейчас, по идее, должна разведать это все дело от Симмонса. Арканка и гвардовка уже заказаны. Да, заметил подстройку. Моментально врезается сейчас в рабочего. Не, вот гулька, конечно, дай боже, наваливает. Три-два грейды на танчиках. Делается третий грейд на защиту. Два танчика стафнуты. Тут 570 маны у Лича, на секундочку, да? Сколько у него? 38 интеллекта, ё-моё. Даже апнутая арканка, там, которая сжигает по 16 единиц маны за тычку, очень долго будет бить Лича. Кстати, танчика можно найти. О, танчик подставляется. Нет. Игнорирует его сейчас Симмонс, видимо, где-то контролил гульку. Кстати, мейны в скором времени уже закончатся. Здесь 400 голды осталось, а здесь 500. На экспанде у Хумана 2300 осталось. Обнаружил здесь танчики Симмонс, отгоняет их. Ух ты, по всей видимости, на остров собрался сейчас перекочевывать игрок за Альянс. Неплохо заливка заходит по троллям. Третий герой Маунтинг Кинг уже появился у Альянса. И постепенно он, по всей видимости, готовится выход в лимит масс воздуха. Ох ты, внутри, смотрите, там яйцо, да, получается? А вон оно, яйцо лежит. Я, кстати, впервые вижу. Честно, я думал, что там пусто. Да. Все-таки ставит базу на острове. Игру за Альянс. Можно даже немного ускориться, я думаю. Здесь выходит под потенциальный экспанд Симмонс. Но здесь ставит, танчик караулил все это дело и, соответственно, быстренько отменил это мероприятие. Дома две труповозки имеется у Симмонса. Есть еще три. Нормально. Минус танчик. Минус очередной. Здесь же крепятся острова у Хумана. О, потерял он своего БМК. Это, конечно, непростительная ошибка.
Что выпало Хуману, пока что неизвестно. Так, о, имеется фурболк. Большая баночка неуязвимости на 25 секунд. Танчики отгоняются. Кстати, на вертолетиках отсутствует грейд на бомбочки. Это огромное упущение со стороны Альянса, как мне кажется. Он даже на островах добавляет тауры. Ну, продуман. О, как же разминулись. Вы заметили, да? Дестройеры здесь пролетали мимо, не заметили дирижабль. Дестройер буквально здесь чекнул наличие экспанда. И вот аккурат после их ухода высадил здесь рабочих Альянс и начал ставить дополнительную базу. Ну это, конечно, жесткий эпизод. Здесь перекочевал уже Симмонс на нижнюю базу. Три танчика всего осталось у Хумана. Это, блин, конечно, больно уж расточительно было с его стороны отдавать их. Опа, здесь дестройер в сетях. Минус дестройер. Походу, Симмонс заметил то, что здесь крепится Альянс. Нужно отводить здесь подальше Архимага. Ну, отведи ты Архимага, пожалуйста. Не отводит. Третьего уровня МК, четвертого уровня здесь Паладин. Неплохо. И ставит очередную базу на очередном острове. Здесь игрок за Альянс. Ну, хорош. Из дирижабля от Симмонса. Он в курсе, что здесь стоит база. Ой, по дирижаблю надо работать здесь Хуману. Хуман не доконтроливает. Ой-ой-ой-ой. Огромная ошибка от, ну, с его стороны. Ну, доконтроль ты вышки. Ё-моё. Несмотря на то, что имеется телепорт, нужно было лишать соперника воздушного транспорта. Грейд на, грейд на бомбочке только сейчас начал делать игрок за Хуманов. Здесь база, по-моему, закончилась, да. Залихло по зекуратам. 72 лимита на 66, тут больше Хумана. Но герои, конечно, намного прокачаннее здесь у игрока. Занежить. Наконец-то бомбочки имеются. Хорошая задувочка от Дредлорда по части армии соперника. Ой, дестройеров, конечно, подставлять такое себе, но успел закойлить одного из них здесь Симмонс. Ой, хорошая задувка от Дредлорда. Конечно, то, что он не отводил своих героев для того, чтобы прокачать третьего своего персонажа Симмонсу, это сейчас как раз аукается, но тем не менее, да, это не помешало ему сейчас разобраться полностью со всеми вертолетиками соперника. 60 на 57 лимита, уже 56. Тут переход в тир 2 от Симмонса. Большую фляжку неуязвимости здесь все-таки потратил игрок за Альянс.
Если что, бабл имеется у паладина. Ой, в сон кидается здесь Маунтин Кинг. Сейчас как бы не потерял его здесь игрок за Альянс. Стан по Личу. Ой, успел засейвить дирижаблем своего героя. Не доиграл. Не доиграл. Минус МК 3 уровня. Тут 5 уровня уже Дредлорд. Третья задувка, разумеется. Да. Здесь вроде как база работает. Зачем-то 6 рабочего сделал здесь Альянс. Хотя у него 5 рабочих там, в принципе, работали уже. Второго грейда на масонри не имеется у Альянса. Это, конечно, удручает. Опа, здесь, оказывается, выжила база. Восстанавливается сейчас она. Одним лишь работягой, но и этого, в принципе, хватит. Сюда труповозки приехали, накидывают сейчас по алтарю. Минус алтарь, соответственно, не ресница отсюда сейчас. Маунти Кинг. Минус воркшоп. Диспел по рыцарю. Минус рыцарь. Минус Т3 будет, скорее всего, у Альянса сейчас. Ты мне Т3 сломал, и я тебе сломаю, говорит. Заливочка неплохая была по труповозкам. В сон кидается паладин. Ну хорош, хорош, не бей. Вообще вертолетиками можно было просто ворваться в эти труповозки. У них имеются бомбочки. Сюда танчики приехали. Минус зиккурат. Минус нерубка. Минус очередной зиккурат. Кстати, здесь вообще нет базы у Симмонса. Я подумал, блин, у него здесь очень много зданий, но нет. Это все, что осталось от базы нежити. Ой, крутой мув от Симмонса, то, что он высадил дирижаблем Шредера на остров к сопернику, полностью минус экономика. Но Шредер уже отсюда никуда абсолютно не уйдет. Ну, да контроль, чё ты, блин? Минус работяга. Да, здесь один рабочий лишний, как мне кажется, его стоило бы, точнее, от него избавиться. О, сейчас опасный момент, можно убить дирижабль. По дирижаблю. А вы прикиньте, вот здесь, да, погиб дирижабль. Чуть-чуть, мне кажется, не хватило реакции здесь игроку за Альянс. Телепорт, если что, имеется у рыцаря смерти. Заливка должна быть от архимага, но нет. Максимально наглый телепорт от Альянса, в смысле Хумана. Архимаг не отлетит. Нужно быть аккуратнее в этом плане. Сон по паладину. Успел архимаг по нему ударить, но не хватило здесь, мне кажется, хладнокровия игроку за Альянс. Можно было и бабу прожимать на паладина. Он же знает, что там есть сон. Сон, причем второго уровня, он практически маны не стоит.
выкупается архимаг. Ну, не знаю, вот настолько нагло выкупать архимага с таверны было опрометчиво. Да. Минус весь воздух у Альянса. Как же больно. Ну, ё-моё. Вновь бабла от паладина. Нужно передавать став МК, чтобы тот стафнул паладина. Паладина нельзя терять, потому что он здесь очень важный персонаж. Ну, ставни паладина, ё-моё. Ставни. Стафает паладина, отлично. Видимо, он хотел подальше увести героев соперника. Здесь под вышки залазит эти армия соперника. Под эстройером нужно переконтроливать вышки здесь. Ну ладно, МК выживает. Минус эстройер у нежити. Т2 имеется, если что. Слотерхаус имеется. Перекупил дирижабль в очередной раз. Здесь восстанавливается экономика, но вряд ли она успеет здесь восстановиться, потому что туда уже летит игрок за нежить. Вообще, мне кажется, вот эта база, она только в минус. Ну, то есть вообще, да, она здесь в плюс не выходила. Всего 2000 монет было заработано, а сколько вложений было в... работяг, вышки. Перехватываются дестройеры. Есть мана, если что, на один койл. Сейчас будет задувка. О, грамотно среагировал здесь игрок Захумунов. Паладин на острове. Все-таки сейчас заметил, что здесь 7 рабочих было. Двух из них перевел на лес. Да, все-таки разрушил здесь ратушу. Можно успокоиться теперь Симмонсу. Выдохнуть и сказать, фу, наконец-то эта база не будет функционировать. Т2 прожимает у себя на острове игрок за Альянс. Пока что МК здесь. Мне кажется, можно было бы даже здесь поставить экспан Хуману. Что тут шахты нет. Минус Акалит. Ага. Окей, я понимаю, но какой смысл? Одним паладином ты не зачистишь эту точку при всем желании. Решил у себя на натурале поставить дополнительную базу Симмонс. Высаживаются здесь герои у нежити. Скорее всего, минус база будет у Альянса. Морфятся дестройеры. Минус вышки. Инфернал! О, еще и розочка от Симмонса. Все-таки решил не церемониться. Кстати, розочка работает по дестройерам, если что.
Да, полностью минус база. Но успел таки здесь 6 тысяч заработать игрок за Альянс. И да, этот Симмонс отказался от идеи, чтобы здесь поставить базу. Он решил сам здесь обосноваться на острове. Будет залет на базу соперника. Кстати, опыт сейчас не получили герои у Альянса, потому что труповозка добила здесь Кульку. Слип кидается Архимаг. А телепорта, кстати, нет у Альянса. У него банк ничего такой, 1800 золота. А, ну, вертолетики, конечно, под Редлордом нисколько не живут. Успел стафнуть своего Архимага в кои-то веки. А, вопрос, а кто стафнет, Паладина или М-ку? Паладин, лечение, бабл. Кажется, минус Паладин, нет? Нет, минус... Не минус, все-таки, да, правильное решение я выбрал. Точнее, сделал здесь игрок за Альянс, то, что успел стафнуть своего Архимага. Архимаг, кстати, стафнулся на тир 3, который находится на острове. У него имеется персоналка, если что. Кстати, от этих работяг можно было бы избавиться, чтобы лимит не занимали. И по-хорошему нужно закупать еще стафы на своих героев. На паладина уж точно. Потому что паладин без стафа. Оу, минус МК. Не успел даже среагировать здесь игрок за Альянс. Сейчас задувка будет от Дредлорда. Задувка, о. И заливка от Архимага, но заливка такое себе. Да, здесь минус база. Пока что не подозревает игрок за Альянс, что у него на бывшем месте база на острове. Ой, минус Архимаг. И все-таки не выдержал игрок за Альянс такой вот игры и вышел с игры. Что ж, отлично. Вот такой вот матч. Ребят, не забудьте поставить лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. С вами был Пончо. До скорых встреч. Пока.